Здравствуйте, это программа «Акцент дня». Меня зовут Алексей Ильин. Как всегда в это время мы обсуждаем самые актуальные новости последних суток. И сегодня говорим об итогах саммита по мирному урегулированию конфликта на Украине, который прошел в Саудовской Аравии без участия России. Одну из сторон конфликта, Россию, на саммит не пригласили. Почему? Обсудим. На связи со студией политолог, журналист Юрий Светов. Юрий Ильич, здравствуйте. Здравствуйте, Алексей. Ну вот почему Россию не пригласили на саммит? Испугались или есть какая-то другая причина? Ведь мы понимаем, что без участия России итоги саммита абсурдные. И еще, почему этот саммит решили провести именно сейчас? Ну, давайте начнем с того, почему именно сейчас, а потом уже поговорим, почему Россию не позвали. В мире присутствует усталость от украинского кризиса, и самая важная часть, что этот проблемы, связанные с Украиной, значительная часть мира не считает своими. Для них это, ну, что-то чужое, происходящее где-то далеко, без какого-то прямого отношения к их проблематике. И в то же время они испытывают проблемы из-за того, что этот кризис присутствует. Скажем так, значительная часть мира, более 100, наверное, государств, то есть за исключением тех, кто вместе с американцами, там 52, по-моему, государства, которые поддерживают Украину, помогают ей оружием, деньгами и так далее, они, вот эти остальные государства мира, не считают, повторю, этот конфликт касающимся их. И они, в общем, в некотором недоумении. У них возникают проблемы из-за того, что, ну, прежде всего, вот с зерном, с поставками зерна возникли проблемы. У них возникают проблемы, потому что те инвестиции, на которые они, в общем-то, рассчитывают сейчас, переносятся на другое, затраты на перевооружение, на производство боеприпасов, на многие другие вещи. Поставки, торгово-экономические связи, они либо прерываются, если они проходили, допустим, через территорию России или Украины, либо приходится искать какие-то вообще обходные пути. Совокупность всех этих проблем, она привела к тому, что те, кого можно назвать не Запад, они захотели высказать свою позицию, как этот конфликт прекратить. Давайте вспомним, что сначала это началось со стороны БРИКСа, африканские государства выступили со своей инициативой, и сейчас во время саммита, который проходил в Петербурге, было принято совместное заявление Путина и руководителей вот, делегации Африканского союза по Украине. Турция постоянно предлагает свои услуги в качестве посредника, но ее услуги в какой-то мере скомпрометированы фиаско стамбульских соглашений и переговоров в марте прошлого года. Ну и вот Саудовская Аравия, которая тоже претендует на место лидера в новом мире, она предложила собрать у себя такого рода саммит. Теперь почему не приглашают Россию? Они, как мне представляется, там в Джидже захотели поговорить и сформулировать какие-то предложения, адресованные именно России. То есть собрать в мире, есть высказано так называемое 10 пунктов Зеленского о мире, которые фактически предполагают капитуляцию России и наказание ее потом за это. Есть предложение о мире Китая, которые были сходу отвергнуты. Есть другие предложения. И вот они, видимо, решили обсудить эти предложения в своем кругу, понимая, что участие России в этих переговорах, оно, ну, не даст им возможности хотя бы обсудить это, потому что, давайте честно скажем, надо будет прямо высказываться, ты за Россию или против России. То есть поэтому такая спокойная реакция нашего руководства, что Лавров, что советник, пресс-секретарь президента, они сказали, ну пусть поговорят, это полезно, послушаем, как они понимают эту ситуацию, что они предлагают, а дальше уже будем разговаривать. Ну вот прошло 2 дня обсуждений. Конечно, логично было бы, если бы не обсуждали, если бы это обсуждение проходило без участия Украины.
Вот вы собрались, обсудили, а потом предлагаете России и Украине что-то. Тем не менее, они позвали Украину, и Украина в свойственном ей стиле сказала, что предметом обсуждения может быть только мирный план Зеленского и больше ничего. Но увидев, что такого рода поддержки нет, они как бы не стали настаивать на том, чтобы в основу заявлений лег мирный план Зеленского. Кое-кто трактует это как бы как уступки Украины. На самом деле это такой тактический маневр и не более того. Юрий Ильич, да. Вот еще хотелось бы уточнить. Китай то отказывался принимать участие, потом вдруг СМИ начали писать о том, что представитель Китая был. Давайте поймем, вот какие страны принимали участие, кто в итоге отказался участвовать в этом саммите и к каким соглашениям все-таки удалось прийти? Я думаю, что это не так, не суть важно, кто там был и кто не был. Я полагаю, что китайцы поехали туда не без согласования с нами, чтобы послушать и посмотреть и оценить эту ситуацию. Тем более, что логика есть, у Китая есть собственный пункт из 12, собственный план из 12 пунктов, они могли его туда предлагать. Мексика отказалась участвовать, говоря, что без России такого рода разговор не имеет смысла. Бразилия высказала на этот счет сомнения. Но вообще представителей стран так называемого глобального юга там было достаточно много. Там были, естественно, представители Европейского Союза, там были представители Соединенных Штатов. Ранг этих людей – это в основном советники по разного рода вопросах при президентах, при парламентах, при премьер-министрах. Совместно они создали несколько рабочих групп. Совместного заявления долго ждали, и оно было принято достаточно такое аккуратное, в котором было сказано, что вот они повторили все эти слова из устава ООН о том, что они за все хорошее во всем мире, за то, чтобы был мир, за то, чтобы территориальная целостность Украины была обеспечена и так далее. Главный предмет договоренности якобы то, что через некоторое время будет собрано аналогичное совещание уже с главами государств и правительств. Я не думаю, что это будет реализовано, вряд ли. Ну, поговорят и дальше пойдет. Теперь давайте к вопросу, который нас больше всего интересует, это к вопросу о России. Как мне кажется, одновременно с контрнаступлением украинских войск идет контрнаступление, так скажем, дипломатическое на Россию. Алексей, обратите внимание, у нас вот множество предложений о мире, да, и их смысл весь сводится к тому, надо уговорить Украину. Вот Украина должна начать мирные переговоры, Украина должна поговорить о перемирии, то есть представляется это так, уговорили Украину, и все в порядке. А вопрос о том, а Россия-то собирается разговаривать с Украиной? Россия собирается, вот они ее уговорили начать мирные переговоры. А мы готовы к этим мирным переговорам? Да, мы говорим, готовы, только без всяких условий, или эти условия будут наши. И отсюда можно сказать, там Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета Безопасности, он, конечно, резко выражается, но он сказал, переговоры пройдут тогда, когда Украина на коленях приползет просить капитуляции. Вот в этом весь смысл и в этом понимание. И поэтому американцы так активно поддерживали эти переговоры в Джидде. Они надеются, что все-таки удастся, как бы благодаря коллективному мнению, так надавить на Россию, что Россия вступит в переговоры с Украиной, и это будет подано как победа Украины. Вот Украина. Юрий Ильич, вот извините, что я вас сейчас перебиваю, но да. Тем не менее, вот когда этот саммит организовывали, анонсировалось, что будут определены не только базовые принципы урегулирования конфликта, но также и послевоенная архитектура мира. Вот скажите, пожалуйста, не рано ли обсуждать послевоенную архитектуру мира? Или опять это всего лишь фантазии? Это всего лишь фантазии. Причем о архитектуре мира говорится в какой-то мере как о возвращении к тому, что было до 24 февраля 2022 года. Ведь, Алексей, ключевой вопрос, когда твердят об обеспечении там территориальной целостности Украины, о соблюдении
устава ООН и так далее. При этом ни слова не говорится о причинах, по которым Россия начала специальную военную операцию. Мы же тоже имеем право на гарантии безопасности, о которых твердит Украина. Имеем или не имеем? Имеем. Мы обратились к НАТО, к Соединенным Штатам Америки в конце 2021 года с нашими предложениями на этот счет. Нам что на это ответили? Идите вон со своими предложениями. Мы как считаем нужным, так и будем делать. Мы на это ответили, хорошо, мы будем делать тоже так, как мы считаем нужным. И когда принимают резолюции в Джиддели, Европейский или парламент, там нет ни слова о гарантиях безопасности России. То есть нам говорят, вы вернитесь на прежние позиции, освободите эти территории, а мы эти территории перевооружим и снова направим на вас. Вот смысл всей этой истории. И поэтому то, о чем говорили в Джидде, это тоже слова. Вот давайте остановимся, давайте сделаем так, как было прежде. А прежде не будет. Границы 91 года у Украины больше не будет. Что бы там они ни говорили о том, кто тогда что гарантировал, 91 год был другой ситуацией. В 91 году существовала Югославия. Где она сейчас, эта Югославия? Тоже границы, которые были признаны Европейским совещанием по безопасности в Хельсинки. Нет Югославии и нет многих других стран, которые существовали в начале 90-х года. Нет единой Эфиопии, нет Судана единого. Произошли перемены в мире, и здесь такого же рода перемены тоже произойдут. И Дмитрий Песков четко сказал, есть Конституция Российской Федерации, в ней включены Крым, Запорожская, Херсонская область, и таким образом Луганск, Донецк, таким образом эти пять регионов, все это территория Российской Федерации. И разговор может идти только уже о границах, которые за пределами этих регионов. Юрий Ильич, вот скажите, многие политологи также прогнозируют усиление давления на Кремль со стороны Пекина и глобального юга с целью восстановления зерновой сделки. Вот как вы считаете, будут ли нас склонять к этому? Конечно, будут склонять. Пекин нет, вряд ли будет. У Пекина свои проблемы. Китайцы сейчас занимаются обсуждением вопроса о том, что Байден внес новую идею, законопроект, в котором оказание военной помощи Украине будет увязано с оказанием военной помощи Тайваню. И китайцы на это смотрят, и китайцы об этом думают, и давить на Российскую Федерацию китайцы не будут. Им нужен союзник, который в противостоянии с Соединенными Штатами будет хотя бы надежным тылом, если не вместе стоять там против американцев. Глобальный юг, да, у него есть, на него оказывают давление, он оказывает давление. Сейчас вот эти все переговоры, которые идут с Эрдоганом. Эрдоган ведь один из главных выгодополучателей от зерновой сделки, и он открыто сказал, давайте зерно возите к нам в Турцию, мы будем перерабатывать его на муку, а в Турции очень высокоразвита мукомольная промышленность, и они будут производить муку и поставлять в нуждающиеся страны мира. Посмотрим, о чем договорится Путин. Но пока никаких признаков, что меморандум о взаимопонимании между Российской Федерацией и ООН, который является тоже частью зерновой сделки, что он будет выполнен. Смотрите, что сказали американцы. По этому меморандуму проблемы связаны с тем, что там должны выполнять требования эти частные компании. И Вашингтон разводит руки. А чего мы можем сделать, чтобы повлиять на частные компании? Ну да, задавить частные компании, чтобы они ушли из России, они могут. А надавить на частные компании, чтобы они выполнили требования России, они не могут. Это другое. Юрий Ильич, мы благодарим вас за это интервью. Всего вам доброго и хорошего дня. Это программа «Акцент дня». Меня зовут Алексей Ильин. Мы продолжаем следить за новостями, обсуждать их здесь, в этой студии. Всего доброго и до завтра.